В Чувашии продолжается строительство туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». Сегодня состоялся пресс-тур по объектам проекта. В туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия» входят два проекта. Этноэкологический комплекс «Ясна» в Чебоксарском районе и этнокомплекс «Амазония» на территории парка 500-летия Чебоксар. Цель проектов – развитие в республике этнического и круизного туризма. На сегодняшний день строительство этноэкологического комплекса «Ясна» и этнокомплекса «Амазония» на фазе активного завершения. Если говорить про «Ясну», то там завершены практически все коммуникации, ведутся завершение строительства автодороги и параллельно строится электроосвещение. До конца года объекты инженерных коммуникаций будут полностью сданы в эксплуатацию. К летнему сезону в Ясне будут построены уже 8 дворов, а всего их в рамках проекта планируется построить 33. В каждом дворе есть баня, гостевой домик. Летом в Ясну уже приезжали взрослые и дети из Чувашии и Пакистана. В Чебоксарах в Амазонии работа также не стоит на месте. Из больших объектов мы с вами планируем до конца года закончить центральный вход в полном объеме с аллеей, скульптурной аллеей героев национальных. На водоеме вы были, ротонда. С 1 ноября приступаем к строительству административного офисного здания и фитнес-центра ресторанного комплекса, этнического ресторана «Шевармань». То есть это тоже как бы все по графику. Администрации города выдано разрешение на строительство, поэтому я тоже проблем не вижу. Некоторые объекты Амазонии уже полюбили жителям города. На водоем и лестницу влюбленных на Афанасьево приходят молодожены, гуляют мамы с детьми. Федеральные средства, выделяемые на строительство коммуникаций, по словам заместителя министра культуры, освоены на 70%. Три участка дороги на территории парка Амазонии практически достроены. Три дороги на данный момент, которые мы должны закончить до 15 ноября, согласно календарному графику, утвержденного. Здесь у нас происходит строительство автодороги Соколова-Набережная. Сейчас мы закупили от ГИЗОЛ 6, который позволяет нам укладывать асфальт и бетонное покрытие в минусовые погодные условия, то есть до минус 15 градусов. Общая площадь строительства туристических объектов составляет 246 тысяч квадратных метров. Все работы по этнической Чувашии планируется завершить к 2018 году. Екатерина Степанова, Игорь Зверев, Республика.